памятник, открытый в Киеве. Очень оригинальный. Находится эта скульптура на левом берегу, на Березняках. Слева от моста Патона. Скульптура называется «Еднання», «Единение». Два силуэта, которые символизируют мужское и женское начало. Вот такая смотровая площадка. Отсюда открывается прекрасный вид на правый берег Киева. Виден мост Патона. В определенный момент дня можно поймать также солнце. Наблюдается как бы закат между двумя ликами. Также это символ единения с природой. Состоит из тысячи труб, сваренных между собой. Спасибо. На? Это сухой лед там или что? Не, это же кеза. А, жидкий. Только? Да. А зеленая это мята, да? Ага. Попробуй сегодня, завтра 8 попробуй. Сегодня можешь больше снять. Попробуй. Горіхове бізе, київський десерт морозиво. Це точно я п'єм тобі. Піца морожене. Піца на ленці. Клас. Дуже класно смотрится. І роли морожене. Ага. Конфеты крутятся в рошене. Красота.